В рамках регионального проекта «Современная цифровая образовательная среда» в прошлом году 8 школ Славянского района получили комплекты компьютерного оборудования для внедрения информационных технологий в учебный процесс. Что это дало учащимся и педагогам, смотрите в следующем материале выпуска. Современная школа должна стать местом, где ученики овладевают универсальными знаниями и умениями. Сделать это невозможно без модернизации образовательной инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и изменения подходов к обучению и воспитанию. За последние годы в рамках национального проекта образования было многое сделано для реализации поставленных государством задач. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс стало возможным благодаря реализации проекта «Точка роста» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда». С этого года наша школа открыла, скажем так, кабинет «Цифровая образовательная среда». Этот кабинет оснащен современными ноутбуками новыми, их в количестве 28 штук. Конечно, мы стараемся как можно чаще привлекать и учителей, и детей именно к проведению занятия здесь, в нашем кабинете, чтобы отойти от вот этих старых методов, все-таки больше внедряться в новый информационный поток и в максимальных своих возможностях использовать предоставленные нам вот эти вот образовательные платформы. В кабинете цифровой образовательной среды школьники выполняют виртуальные лабораторные работы по химии, биологии, физике, информатике и математике, работают на цифровых образовательных платформах, готовясь к итоговой аттестации. Безусловно, когда появился кабинет с компьютерами, нам стало намного удобнее работать, так как это дает возможность ученикам работать на таких платформах, как «Решу ЕГЭ». Она создана для подготовки экзаменов. Например, таким детям, у которых нет дома возможности пользоваться ноутбуком, это отличный вариант. Классный руководитель нам говорил, что мы сейчас готовим проект для аттестации итоговой. Мы сможем также сюда прийти, чтобы его сделать. И вот сегодня на уроке общества знания мы работаем с компьютерами, на данный момент с сайтом «Решу ЕГЭ». Это очень удобно. Современные технологии позволяют детям стать более активными участниками образовательного процесса, а педагогам создавать новые подходы, методы, модели обучения и воспитания, что в конечном итоге работает на главную цель – дать детям качественные и прочные знания. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».